Всем привет! Всем доброго ночного времени суток. Я продолжаю играть в игрушку Genshin Impact. Точка так, я иначе продолжаю играть. Да, я играю в игрушку Genshin Impact, продолжаю, как там еще можно сказать, а? Так, ладно, что у нас тут? Получаем. Спасибо, спасибо. Что у нас тут? Получить. Да. Все сделано, все, погнали. Ну да. Это так и есть, так и есть. Так, скоро будет у меня 9-й ранг. 10-й ранг. Круто. Дальше потом можно будет идти по сюжету, а? Когда я получу 10-го уровня ранг. Это заебока. Я сначала долго думал, какой встречанской сделать перед сном. По какой игре? По MV2 мультиплееру? Или по Геншину, а? Только у меня в Геншине все готово, только нужно было превью сделать. Я решил по Геншину, потому что пока бы я к MV2 подготовился, пока бы нашел картинку... Пока бы я нашел картинку к мультиплееру. Пока теги, пока описание. Это, в общем, заняло бы время долго. Привет, друг Кирин. Здорово, Кири, здорово. В общем, это было геморно бы. Полчаса, 20 минут, полчаса точно я бы занял оба это по времени. Подготовка. Так, это не то. Это не то. Вот. Так, покушать можно яблочки. Яблочки. Ага. Дай бог. Исцелили. Так. Использовать только на ком-то одном, да? Ой, все заебок, все у меня исцелены. Так, я тут остановился. Получите летную лицензию в соборе. Классная игра. Круто. Привет, Димон, как дела? Поздравляю, что ты прошел Outlast. Здорово, Крачен, спасибо. Вот, привет, друг Скрачет Гейм. На выходных планирую начать проходить. Василий Геращенко. Доброй ночи всем. Доброй. На выходных планирую пройти DLC. На выходных планирую пройти DLC по Outlast. Дополнение. Да, дополнение. Сука, утонул. Зараза, не получилось, да? Скрачет Гейминг. Ну что играл сегодня в Forest 2? Кто играл? Я не играл. Василий Геращенко. Тима, там на реке был кристалл, если их собирать, потом за них можно ресы получить. Скрачет Гейминг. А чё ты грустный какой-то? Я? Да не знаю даже, а. Обидно. Обидно, что люди приходят только на Геншин чаще всего. А другие игры нет. Я играл. Только Геншин приходит, а другие игры не особо заходят, а. За это и обидно, а. Ну еще главный герой погиб в Outlast, мне это тоже не понравилось. Нужно отдохнуть. Скрачет Гейминг, он не погиб. Есть. Скрачет Гейминг, главный персонаж. Ха-ха.
Василий Геращенко. Дима, сейчас почти все стремят. Геншин — это же типа популярная игра. Ну, я бы так не сказал, Василий. Василий, ее почти никто не стримит. Кирин, я просто в другое время не могу приходить. Только если после 12 часов ночи. Блять, я опять утонул, а. Сука, да я не могу переплыть эту... Василий, 21 году, когда она только вышла, или 20 году, да. Scratched Gaming, ты видел в конце этого летающего призрака темного? Видел, видел, он вселился в меня, он вселился в меня. Никбот, спасибо вам за лайк и подписывайтесь. Да, это серьезно, опять утонул, а? Василий Геращенко, если на Twitch зайти, там этого Геншина много. Ну, на Твиче, да, на Ютубе нет. Блин, как туда перебраться-то? А че я туплю, а? Ой, я тупак. Телепортнуться же можно спокойно. Ебись его, деревья. А телепортнуться нельзя, что ли? Так а чему нельзя телепортнуться-то? Че за хрень? Я типа телепортнуться не могу, да? Ну, неужели могу? Могу. А тут это... Блин, пока доплыву, а? Получается, Кирилл, ты приходил бы на любые игры, если было бы в это время. Я тебя правильно понял? Кирилл, а вообще так просто получилось, что на Геншин прихожу. Сам давно и не увлекаюсь. А, значит, ты подтверждаешь, что только на Геншин. Просто понимаешь, скачет. Кирилл, да так и есть. Просто понимаешь, Антон, люди приходят у меня чаще всего только на Геншин. А на другие игры почти никто и никого не бывает. Спасибо тем, спасибо всем тем, кто приходит на мои любые игры. Отдельное спасибо данным зрителям. Респект им. И Кири, я понял тебя, понял. Если бы сейчас у меня был бы стримчанский по мультиплееру MV2, вы пришли бы? Так, ну смотри. Ты говоришь, что он не погиб. Призрак. Получается, я стал призраком, что ли? Кирин, конечно. А, Кири, что, конечно? Я... Так. Скрачет гений. Опа. Я пришел. Понял, скрачет. Какой мультибу? Если бы я стримил бы мульти... Кого? MV2 мультиплеер, то есть, говоря, играл бы против людей. MV2. Поздравляю, будет твоя лицензия, у тебя получилось. Хотя и в этом не сомневалась, ни минуты ты ждена для полетов. Тебе обязательно надо принять участие в масштабском чемпионате полетов. Я летаю слишком быстро, никто не может поспеть за мной. Становится скучно. Ты даже представить себе не можешь, насколько сложный маршрут на чемпионате. Желаю тебе приятных, а главных, законных полетов. Потом я утру тебя носом на чемпионате. Серьезно, соблюдай правила, иначе тебя лишат летной лицензии. Кто бы говорил? Так, еху, мы получили ранг 10 уровня. Мы молодцы. День Манштант. Василий Геращенко, да я до любые игры могу подходить, но только когда время есть. Вот в понедельник школа, я буду приходить, где очень часто. Понял, Василий. Спасибо. Да ты стал призраком теперь. Тот инвалид сказал, что ты теперь здесь хозяин. Это означает, что Майлз он хозяин. А в DLC, ладно, про DLC. И DLC, говорят, что DLC интересная. И она за 2 часа проходится. Вернитесь в Манштант. Никбот, вы самые лучшие подписчики. Спасибо вам за поддержку. Скажите, вам всем уведомление пришло на мой стрим? Да, нет? И Кира, как тебя зовут?
любитель Геншина. Смотри, Джин! С кем-то она разговаривает. Давай поздороваемся, если когда она закончит. Вот что мы об этом думаем. Вот что мы об этом думаем. Если вы не... Да, планировал, мне порекомендовали пойти в Half-Life Черная Меза 2020 года. Scratchet Gaming, я тебе рассказал, что там будет в дополнение, но ты сказал, что ты завтра будешь проходить, но я не буду спойлерить. Не завтра, на выходных, на выходных. Алексей, помнишь меня, я друг Димона? Scratchet Gaming, у меня проходит. А какого Димона? Никбот, не оскорбляйте друг друга. Если вы можете справиться с законом, то представьте защиту Монштанта нам. Мы обладаем достаточными средствами, чтобы справиться с вашим монстром. Монстром? Да, монстром, что вы хотите сказать? На самом деле, я ожидал более профессиональный подход от дипломатов из вашей... Василий Геращенко, а я недавно прошел вторую часть. Scratchet Gaming, рассказать или нет? Не нужно. Так будет неинтересно. Сокола. Понял. Что там будет? Не, Антон, не нужно. Будет неинтересно играть. Тогда можно будет и не играть. Уважаемой страны, вы хотите избавиться от одного из хранителей четырех ветров? Монштанта? Это безумие, рыцарь Орда. Полониус, это гон не допустят. А как часто ты с демоном общаешься, Кирия? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не, такое уж это и безумие. Довольно сегодня переговоров. Как я понимаю, конструктивный обмен мнением окончен. Мы рассмотрим ваши пожелания. Я... Scratchet Gaming, что там будет? Асуна, ты вернулась? Так, сейчас, подождите, я немного потупливаю. Сорян. Василий Геращенко, кстати, у тебя там награды ранга у Катерины, если что. Понял, после... Позже так, по рекомендациям зрителей, я на канале планирую пройти Черную Мезу. Я добавляю две своих игры... И одну вашу игру, которую вы мне порекомендовали в прохождениях. Какие вы хотели бы, чтобы я прошел игры? Я две своих, одну вашу. Вот получается, одна из ваших, это была Outlast. Потом будут уже другие, которые я буду проходить. Поток элементов восстановлен. Спасибо тебе. Нам наконец удалось взять ситуацию под контроль после последней атаки ужаса бури. Но настойчивость этой делегации начинает меня беспокоить. Делегации откуда? Дипломаты из гавани? Лью или из Имандзумы? И снежные, они поклоняются Крио Архонту. Эти посланники снежные называют себя Фатуи. Да, Фатуи, громкая репутация. Ну как тебе рассказать про главного героя из дополнения или нет? Да рассказывай. Василий Геращенко, а то путаю сети. Громкая и не очень хорошая. Я не думаю, что нам стоит убивать ужас бури. Кроме того, Крио Архонт, которому поклоняется Фатуи, всегда жаждал силы. С Димоном каждый день разговариваю. Понял, Кирия, понял. И власти Анема Архонта. Я не верю, что Фатуи хотят бескорыстно помочь Монштанту. Да. Хэм, давай встретимся в штабе. О таких вещах лучше говорить в частной обстановке. Горькие слезы. Новая глава. Пролог. Или, а помимо Genshin Impact, ты во что играешь? Я удивлен, многим моим зрителям не нравится Genshin, но почему-то на нем больше просмотров. Как это вообще работает? Фатуи Снежная, возможно, самая могущественная организация на континенте. Та женщина убила себя так, словно она здесь хозяин.
Кто из присутствующих смотрел «Мастера меча онлайн»? По поводу Фореста, Антон, как вообще вторая часть? Говорят, багованная. Кирин, сейчас у меня компа нет, поэтому ни во что. А-а-а, понял, понял. Мне просто многим моим зрителям, ну, многим, да, не нравится Геншин, но почему-то именно он набирает больше. Это вообще, как это такое понять, не знаете? Как это работает? В этом кристалле заточена особая сила. Заточена особая сила. Лиза, ты можешь идентифицировать ее? Лиза. Давай посмотрим. Можно заметить, что в этом кристалле есть мутные примеси. Можно заметить. Принтива, не спеши. Понял, Кирилл, понял. У меня сейчас получается четвертый сезон, вторая часть четвертого сезона, третья, 38-я серия будет. Прошу прощения, но для более подробного анализа мне понадобится больше времени. Нужно будет заглянуть в запретный отдел библиотеки. Хорошо, я рассчитываю на тебя, Лиза. Да, дам тебе знать, когда что-нибудь обнаружу. Но, честно говоря, в древних текстах очень сложно найти что-то полезное. К тому же... Ай! Это было больно. Мутные примеси в кристалле, как только я приближаюсь к нему, я чувствую острую боль. Короче, главный персонаж зовут Вейлон Парк, он работает в психбольнице, но на апаты ставить людей, у него есть семья, но есть проблема, наш главный персонаж не умеет говорить. Должно быть, это реакция на глаз Бога. Многие, кто играл в нее, примеси в кристалле несовместимы с энергией элементов. Понятно, но первый сезон все-таки самый лучший. Почему первый самый лучший? Не знаю, мне все нравятся. Единственное, мне не нравится... вот эти, как там эти спешалы, они, блин, они не нужны мне. Все это очень странно, Асана тоже наделена энергией элементов, но кристалл на нее не так реагирует. Пусть милашка пока оставит этот кристалл себе. Джин выпала. Поздравляю. Отлично! Знаешь ли ты, что делает тебе такой особенной? А в чем суть вообще второй части этого The Forest? Интересная, неинтересная. Я так и думала. В таком случае, Асуна Уорда Фоминус, есть к тебе еще одна просьба. Прими благодарность действующего магистра Уорда Фоминус к титул почетного рыцаря. Почетный рыцарь Орда Фавониус. Мы надеемся, что ты поможешь. Там атмосфера особенная и развитие отношений нам элиты и Асуны. Распутать этот клубок тайн. Хаос, вызванный появлением Уриса Бури, ставит под угрозу безопасность Манштанта, а еще этот странный кристалл. Скажите, дорогие зрители, я же могу это не читать, просто играть, без чтения все дела, чтобы это время дохуя не занимало. Да, поможет тебе ветер. Если я тебе понадоблюсь, ищи меня здесь. Что, честно, меня настоял будет это читать, скажу вот по правде. Как бы я и так могу, просто мне про себя почитал и все понял. Тут и без чтения все понятно. Так, неожиданная встреча. Поговорить с Паймом. Ты же не все им рассказала. Кроме Кристалла и Дракона, нам встречался кое-что еще. Да, значит, ты помнишь о том парне в зеленой одежде? Скрэчит гейминг. Интересная начинается игра в том, что мы летим на вертолете с группой спецназ. Наша цель — найти троих человек, но как обычно мы падаем с вертолетом крушения, но мы выживаем, но еще выживает напарник. Василий Геращенко. Если честно, вот самое бесячее в Геншине — это диалоги.
Да, Василий. Ой. Полностью с тобой согласен, Василий. Это меня, честно, я не люблю читать, а тут прям до хера приходится, и честно, это, ну, блин, это, ну, как бы это настоебывает, а. Поэтому, наверное, многие не играют в Genshin из-за того, что тут дохуя нужно читать, а. Я хотел, прошу просто играть, без чтения. Просто играть в игру, проходить ее. И все такое, ну, не читать, блядь. Парень в зеленом будто испарился. Используй чувство стихии, чтобы найти следы. Так, используйте чувство стихии. Ага. Окей, окей. Ух ты, прикольно сделано, однако. Неожиданная встреча. Гейминг. Ну что, понял? Понял, понял. Что мы летели спецназа на вертолете, что вертолет разбился, а мы выжили еще с напарником. Кирин, я сейчас в Геншин не играю, потому что хочу, что минус. Выигра полностью вышла, я прошел ее залпом. А сколько еще осталось? Василий Геращенко. Кстати, вроде у Катерины с каждым десятком ранга тебе будут давать молитвы, если я не ошибаюсь. Смотрите, когда игра полностью выйдет, ее закроют? А так 58 ранг приключений. Когда игра выйдет, ее полностью закроют, что ли, получается, да? Я так понимаю. Так, идите с козел, где этот чувачок, а? Кирин, если не ошибаюсь, еще 3 года. 3 года. А где этот пацан может быть-то в зеленом, а? Его следы обрываются, он что, наверх поднялся, что ли, а? Ты упирается в стены, похоже, что дальше он полез наверх. Полез наверх. За ним. Вперед, мои отважные герои. 3 года, нихера себе. Димона, по-моему, Крис, ему не нравится. И получается, ты только смотрел Мастера Меча Онлайн первый сезон или полностью посмотрел все 5 сезонов и фильм, или нет? Как я понимаю, Антон, тебе The Forest нравится, вторая часть. Я вообще не в The Forest не играл, так что, в принципе, для меня это новая игра. Я полностью посмотрел. Полностью посмотрел и фильм 21 года. Так, есть. Парень в зеленом. Скрачит гейминг. Но напарника проблема, он плохо слышит, и мы ему писали в блокнот, чтобы приказывать сдавать, например, иди за мной, построй костер, но я проходил не один с друзьями. Понял. Скрачит гейминг. Да понравилось, я тебе посоветовал поиграть. Сейчас она... Кирин, конечно. Сейчас ее полностью можно пройти. The Forest. Так это, может, девчонка, не пацан, а? Ну, глаза открой, кто-то, ты будешь на девчонку похож, а? То, что должно быть успето, произошло, когда архонты еще ходили по земле. И бесен дракон бросил свой взор, спустившись с небес, давший. Так он начал искать истину среди просторов, во смертные мелочи. Василий Геращенко. Дима, я, наверное, пойду, а то хочу спать ужасно, но сегодня в 10 утра проснулся, ладно, всем доброй ночи. Давай, Василий, покидова. Отдыхать нужно.
Скрэчет геймер, но я покупал через Steam, но вышло видео на пиратке Chorus 2, она весит 7 гига, если ее распаковать, то 18 гига. Я скачал ее, она всего лишь весит 8 гигабайт. Никбот, не оскорбляйте друг друга. Скачет, она всего лишь 8 гигов весит. Я в видеокомнате отравил его. Многовековой проснулся он только, чтобы быть изгнанным людьми. Почему в этом веке люди так ненавидят меня? Спросил дракон. Гнев, горе источает дракона глаза. И отбьется из веков глубоких ран. Проклятие дракона росло в тишине. Илира не могла больше успокоить его. Вот почему дракон плохим стал, а? Скрэчет гейминг, ты где качал? Торрент-версия, на проверочку. Да точно, это вы напугали Твалина. Ну больше на девчонку похоже, а? Кого? Твалина? Это настоящее имя Ужаса Бури. Ну да, чаще его называют Ужас Бури. Почему ты его называешь? Вы с ним особенно близки. А как ты думаешь? Эй, Асуна, этот парень какой-то странный. Здравствуй, нам нужно поговорить. Здравствуй, чужой странец. Мы уже встречались. Меня зовут Венти, я Барт. Я же говорю, девчонка, а не пацан, блин. Трехкратные обладатели награды лучший Барт Манштанта, Венти. Друг Димона, как зовут тебя, не знаю. Это пацан или девчонка, а? Чем я могу вам помочь? Ты уже узнал нас, ты прекрасно понимаешь, что нам нужно. Уже спури, конечно же. А, уже спури? Эй, не делай вид, что не понимаешь, в чем дело. Это мальчик. Мальчик, блять, какой-то девчонка, ебаный мальчик. Пиздец мальчика. Асуна, покажи ему, это Кирито. Это, когда Кирито будет, а? Это же? Что, совсем не мутный? Кристалл? Удаляй меня, друг, качал через пиратки на проверку. Короче, игра вылетает, лагает у него было, но у него мощный комп. Ясно, понятно, понял. Не знаю, когда это произошло. Это Твалин. Это слеза страданий, пролитая дракона. Слеза? Ого. Нет, не смотрел. Я смотрел «Тетрадь смерти». Не видел. Скрэчет гейминг. Кстати, хочешь скажу, кто отправил письмо к Майлзу? Давай, говори. Ты действительно наделена удивительными способностями. Барты слагают палаты, вот и как ты. Юный воин-герой, в глазах его свет. Заточен меч острого и узла, шансов нет. Ах, жаль, что сейчас нет времени, чтобы положить эти гениальные стихи на музыку. Это мое первое аниме, оно очень классное. Токийский Гуль, кто смотрел? Я не видел данное аниме еще. Я на самом деле сейчас много аниме подобавлял. Вейлен Парк, именно он отправляет письмо. Вейлен Парк, ты имеешь в виду чувак из DLC? Нахера он это сделал? Пламенный гнев сжигает его изнутри.
Я не смотрел еще. Таких фигур я не видел. Много раз слышал данного аниме, но нихера не видел. Ты уже сделала очень много, я очень признателен. Теперь у меня есть план. Какой еще план? Сорян, конечно, но я пропущу момент, и честно, извините, я просто правда не хочу читать это все, это очень геморно. Вы же не будете обижаться, если я не буду читать, а? Просто это правда очень утомительно. Я сейчас просто много... На мой взгляд, семь смертных грехов лучше, чем такие фигуры. Понял? Я сейчас просто очень много аниме смотрю разных. И еще с другом мы каждый месяц, раз в месяц, получается, рекомендуем друг другу по 2-3 аниме. Поэтому сейчас у меня очень много анимешек, которые нужно смотреть. Scratchit Gaming. Но еще можно еще сказать про него, он программист минус. Инженер в компании Мерков с доступом третьего уровня, подвергся малому воздействию морфогенетического кондиционирования. Понял тебя, понял, спасибо. Понял за информацию. Только главное не говори по сюжетку и чем закончится DLC, а тут будет неинтересно играть тогда уже. Кирин, я кстати тоже на данный момент смотрю 7 аниме. Так, сюда не могу, сюда телепортнусь. У меня на телефоне, только на телефоне, 11 аниме, которые я хочу посмотреть, 11 штук. И на компе еще до хера я подобавлял, 32 аниме. Представляете, в общем, аниме 50 штук, которых надо посмотреть. И это пиздец, когда это делать, не знаю. Scratchit Gaming, я про сюжетку не буду говорить. Понял, молодец, Антон. Сейчас я делаю упор на Мастера Меча Онлайн. А недавно досмотрел Атака Титанов, Средняя Школа. И также еще жду новые серии Баруто. Вот. И получается... Джо-Джо, Незабываемые Приключения. Тоже друг порекомендовал. Пока только две серии посмотрел данного аниме. Еще как мощно, еще как мощно. Это очень капец, просто. Я хоть радуюсь, что хоть столько игр не подобавлял в прохождение. Вообще пипец был, поскольку у меня аниме, блин. Также смотрю Флэша, Хорошего Доктора и другие сериалы. В общем, на все время не хватает, а, честное слово. Только если вообще не стримить, тогда я могу сделать упор и хотя бы одно аниме посмотреть, и то не до конца. Хотя у меня скоро я закончу смотреть Мастера Меча Онлайн. Кстати говоря, сейчас подожди, как правильно читается твой ник. Прочитаю. Кирин. Вроде как Кирин. Скажи ты мне, Мастера Меча Онлайн, получается, завершает полностью историю фильм? Или нет? Или продолжение еще выйдет? Или полностью, вот именно полностью завершает? Просто интересно. Почему тебя интересует Анема Архонт? Как это связано с Дуалином? Потому что Архонт... О да, и как же сейчас вас все относится к ужасу Бури? Очень интересно послушать. Нам никуда спешить. Я очень давно здесь не был. Похоже, что все идет не так гладко. И все гладко, да? Да, направит тебя ветер. Одолейте врагов. Глаз Бури. Ебать. Сука. Как его побеждать-то тогда? А что, сучка?
Ты сучка рябая. Хотя, Ирин, ты планируешь проходить этот Atomic Heart? А, да, у тебя ПК нету, блядь, забыл. Сучка, какую-то штуку побеждать тогда. Ирин, ну сюжет вроде заканчивается на четвертом сезоне. На четвертом? Опять за сезон. И еще плюс хочешь скажу, там одна девушка говорила, что она взломает игру Хогвартс наследие за 10 дней. Короче, захожу на сайт пиратки и вижу, взломали игру. Да, взломали, я знаю. Кто рад, что Хогвартс взломали? И скажите, в общем, как вам Atomic Heart? Ты сука. Кирилл, еще два фильма выйдут. Еще два фильма выйдут? Когда, не знаешь? Филин, а вы с Димоном в одном городе живете, а? Блять. Ты сучка рябая, а? Способности используешь, да? Мне понравилось очень. Эй, больно, сука. Кослина. Вот эту глаз бури победить, а? А, блядь, да больно же, а? Какие еще, Кирин, ты аниме смотришь? Кирин, первый вроде как в мае, а второй пока неизвестно. В мае? Блядь, как тебе побеждать-то запарило, а? Скрачет гений. Ну, не друг сказал, спойлер в Атомике. А, только без спойлеров, Антон, без спойлеров. Заколебали, охренело. Твою же рождение. Голден Фокс. Привет, Димон, я здесь. Здорово, Санек. Привет, друг Голден Фокс. Почти победил эту супа. Я завершил, а вот вас проходить. DLC на выходных пойду. Санёк. Неужели, а? Видимо, изменения затронули не только дракона. Ты сказал, что вы знаете о прошлом дракона. Значит, так это видишь из библиотека, из масштаба. Понятно. В принципе, все верно. Тем временем обе стороны готовы применить силу. Голден Фокс, я поклоняюсь нашей императрице, ей всего понадобилось 10 дней, чтобы уничтожить Дунова на Хогвартсе. Она сделала это, она, кстати, русская хакер. Однако его ненависть не подписку на мой канал. И каждый из того, что люди перестали требовать в отношении хранителям четырех ветров. Дракон не всегда был таким, он страдает от тяжелого проклятия. Какого проклятия? Зараженная кровь. О, мое перерождение в слизь я не видел, но слышал об данном аниме, но не видел еще. Слышал о нем много, но ни хера пока не видел. Много аниме прикольных повыходило, которые я хочу посмотреть. Но нет времени на все эти аниме. И кашу создавать не хочу. Одно аниме начал, другое бросил, другое начал. Такое хрень такую не хочу. Никбот, вы знаешь, что больше всего меня, Кирин, не нравится? То, что большинство аниме закрывает на первом сезоне, максимум на втором. И хотя намек на продолжение большой, жирный, но тупо закрывает и все. Это обидно, сука. Когда тебе аниме понравилось, его закрыли, и продолжения нет. Пиздец. Нет игры, нет жизни. Классное аниме, но не видел, но говорят классное. Наподобие Мастера Меча Онлайн.
21 сезон фильм и закрыли. Хотя все продолжения ждали на данного аниме. И да, сынок, я знаю, знаю, это круто. Я пытался установить двойной контакт, но нам помешали. Я собирался исцелить его, но вместо этого разозлился сам. Да! Азума такая, ёпь, какого хуя! Теперь, чтобы загладить свою вину, Асна, ты пойдешь со мной в собор. Собор, ну зачем? За небесной лирой. Не, вообще, пацан, конечно, офигевший. Ты пойдешь со мной, все дела. Давай, иди, такой крутой. Давай, давай, пойдем со мной. Ты обязан мне помочь, иначе всем придет кирдык. Игра реально красивая. И, к сожалению, с анимешками так часто происходит. Прям так часто. Ну, много аниме смотрел. В реале, вот уже любовные неприятности. Кирин, Хантер, Экспантер тоже очень классная, правда, там 140-х серий. Любовные неприятности. Намек на продолжение было аниме. Закрыли. Хрен. Потом, получается, классное аниме. Демоны старшей школы. Или средней, по-моему, старшей школы. Было продолжение, на намек на продолжение. Хрен тебе там, хрен. Нет продолжения, обидно, сука. Хотя и бужил намек на продолжение, блин. Ебать, я себя откинула. Да блин, что я творила? Ужас, 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 ужас. Так много раз было с анимешками, а. Это честно бесит на самом деле. Буду Хогвартса, Санек, я очень рад, что ее игру взломали в плане того, что люди теперь смогут спокойно играть, те, кто сильно ждали Хогвартса. Я не особо Хогвартс ждал, поэтому потом поиграю после тебя, Санек. Голден Фокс, как тебя дело, Димон, как зубы? Санек, более или менее. Более или менее. Кирин, кстати, а нет игры, нет жизни, там фанаты второго сезона ждут уже 10 лет. Вот-вот-вот-вот-вот, о чем я тебе и говорю, Кирин. О чем и говорю. Я не видел данное аниме, но говорят, оно классное. Когда я смотрю «Мастера меча онлайн», мне всегда это аниме высвечивается, а? Это гринит жизни, а? Я добавил в избранное его. Какое такое классное аниме. К сожалению, да, блин. Это бесит, это кирит тупо, а? Сука. Ну, завершите вы ебаный, ну, аниме, да? И потом, блин, закрывайтесь. Нет, давайте мы выпустим 1-2 сезона, сука, поднимем ажиотаж, а потом нахуй закроем, да? Санёк, кстати, то нормально, то не очень, когда как, а? Вот так, в принципе-то неплохо, Санёк, завтра на работу, поэтому скоро спать. Обидно, Санёк, что у меня просмотры хуёвые на всех играх, кроме Геншина, на всех. И я не знаю, что не так. Честно. Это меня бесит, я хоть уже просто реально бесит жестко. Ты говорил о небесном, о небесной лирии. Голден Фокс, она подозрит, что они Дунова поставили на Хогвартс. Сэм писала Warner Bros., что лучше не ставить Дунова, она за 10 дней разблокирует вот и смогла. Самое драгоценное сокровище Монстанта. Теперь Дунова. На этой лирии играл сам Барбатос. Возможно, музыка небесной лиры поможет Двалину пробудиться от его чудовищного кошмара. Ты правда думаешь, что музыка поможет остановить ужас бури? Я уверен в этом. Ты сейчас говоришь с лучшим бардом в мире. Мне знакомы все песни древности и современности. Что ты не веришь мне?
Верю, верю, верю. Как же мы добудем небесную веру? Говорят, что она надежно спрятана где-то в соборе. Я собираюсь наведаться туда. Вы со мной. В соборе? Так почему ему эту веру не дали раньше? Чтобы он дракона остановил. Без смерти. Без убийства дракона. Кирин, город, в котором меня нет, очень классное. Там много классных аниме, честно, блин, ну, понимаешь? А, Кирин, скажи, какие ты аниме смотрел, где они завершены, не заброшены и закрыты, а именно реально завершены данные аниме? Вот назови хотя бы 5 аниме. Я тебе назову, получается, 2 аниме, которых точно я знаю завершены. Это Наруто, это получается, сейчас скажу. Виолетта Эвенгардет. Голден Фокс. Теперь она единственная хакер, которая убивает Донова. Ее история полностью завершена. Вот данного, получается, классного аниме. Голден Фокс. Но я все равно лицея Неона и буду покупать. Санек, покупай, Golden покупай. Fox. Мне все равно. Ясно, Санек, ясно. Ну, Санек, у тебя бабки есть, понятно. Мне на твоем месте тоже было бы все равно. Но мне не все равно. Я рад, что люди смогут спокойно играть в данные игры. Так, так, надо еще вспомнить какое-нибудь аниме. А, так, я много аниме смотрел, просто уже не все названия помню. Golden Fox, пиратки это не мое. Ты какая разница, Санек, лицензия и пиратка одно и то же, а? Не знаю. Только единственное, что отличие мультиплеерное, там нужно, да, желательно лицензию. А так... Какая разница, лицензия, пиратка. Ты прошел игру, забросил. Ты не больше не будешь в нее играть. Ну, редко бывает такое, что ты прям упороешься на игру. Из таких игр мало. Поэтому я такого не особо понимаю, а? Как будто сейчас я выхожу замуж, а? Смотри, как пришел так красиво, а? Да реально, как будто замуж выхожу. Представьте это мне. Добрый день, сестра. Ну, просто, чтобы были, я куплю для нас резик 4, один из нас. Да хранит тебя ветер, юный бард. Чем могу помочь? Знаете, что мне известна тайна, которая может спасти Монстан? Полайне Монстанту. Так, какие еще аниме классные смотрел? А, Тетрадь смерти. Третье аниме, завершенное. Во, молодец, Димон. Так, 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 так. Прям у меня завершенное аниме. Евангелион. Четвертое аниме, которое завершено. Прям, ну, прям завершено. Евангелион никто не пройдет. Ну, в общем, Евангелион. Кирин, ну, 7 смертных грехов. Дарора, грабитель. Вот тебе следует обратиться по этому вопросу к рыцарям Орду Фавениус. Почему ты пришел сюда? Я 4 аниме сказал. Я красавчик, блин, я вообще крут. Да, конечно же, я пришел сюда не просто так. Ты можешь мне помочь. И я хотел бы одолжить небесную веру, она может помочь Удусу Бури. Пожалуйста, покиньте помещение. Ах ты, сучка! Гиталинда, сучка ты, крашеная. Но рыцари сами будут решать, что им делать с драконом. Мы не вправе стоять у них на пути. Ха-ха-ха-ха. Любовные неприятности аниме незавершенное. Больше, чем пара меньше, чем любовники аниме вышло в этом году, в том году. Так что тоже нет. Еще 91 день. Потом моя девушка... не только милая, классное аниме вышло в том году, так что тоже незавершенное. Надеюсь, дальше его продолжат. Я пока 4 аниме вспомнил, которые у меня завершены. Не заброшены, а именно завершены. Взрыв? Взрыв аниме. Был намек на продолжение, но сериал с аниме закрыли. Я больше могу сказать, которых закрыли, нежели где продолжение будет. Спасибо вам за лайк. Но не убьют его, мы же не можем этого допустить. Это глупое создание предало восточные ветра. Она не заслуживает прощения. Анема Архонта. Как ты, сука, крашеная, можешь себя сестрой называть?
Блядь, ты мразь, а? Ох, пожалуйста. Нет, юный Барт, я конченая мразь, но хоть и красивая. Я взрыв до сих пор жду. А, да, там продолжение не выйдет. Странно, почему-то мне кажется, что не стоит отказывать этому мальчику. Эх, ничего не поделаешь. Я не могу больше скрывать свою подлинную сущность. Воздравствует провольное узрите явление Барбадоса. Я напугал тебя, разве ты не можешь расплакаться от радости? Тебе явилось божество, которому ты служила всю свою жизнь. Как я понимаю, тебе больше нечего сказать. Прошу прощения. Кстати, скоро будет аниме по Геншину. Но у меня еще много работы. Аниме по... Вышло аниме по одной игре. Говорят, пока что аниме не очень. И забыл, как и называется аниме. Там получится девчонка киборг. У нее один глаз перемотанный. Надеюсь, мастера меча онлайн завершат на приятной и хорошей ноте. Они закроют студию. А еще, надеюсь, что завершат атаку титанов. Нормально завершат. Они забросят. Так ладно, это капец. План Венти, поговори с Венти. Венти, извини, я устал читать, а. Так, Кирен, ты же не все диалоги читал. Я слышал о тебе, ты и Эмбер спасли Манштант. Что привело тебя к нам? Поручение действующего магистра. Действительно? Странно, этот подозрительный бар тоже приходил за Лерой. Он нес какую-то чушь, и я не стала помогать ему. Я сказала, проваливай сюда, щенок. Я не дам тебе Леру, пока ты не сделаешь мне куни-гунис. Иначе я тебя не пропущу. Так ладно, честно, извините, но реально... Сука, и мне отказала. Вот, сучка, а? 11-я ранка, хереть. Не вышло, я так и думал. Так и думал? Просто хотел узнать, насколько мало влияний у новобранца Орда. По войне лучшему воину полагается лучший меч. Однако, здорово, Андрей. Быть может, я сочиню об этом песню. Ты на что намекаешь? Думаешь, мы недостаточно хороши? Нет, во мне говорит разочарованность у Манштанти, который не способен разглядеть величайшего воина. Ну что ж, раз у нас не получилось достать Леру законным способом, нам придется ее украсть. Я готов выслушать любые предложения, у кого есть идеи. Говори, не стесняйся, для этого тебе дана свобода слова. Ха-ха-ха, чуть что сразу на попятную. Но боюсь, что тебе все-таки придется это сделать. Я умею только петь, ничего более. Кроме того, в случае неудачи за меня некому будет поручиться. Как можно поручиться за того, кто его поймали на краже? Асуна, это совсем другое дело. Ты суперзвезда. Даже если тебя поймают, тебе ничего не будет. Ночи собор не охраняется. А... Нагатара... А, еще... Класс превосходства, классное аниме. Правда, главный герой меня местами бесит, но он прикольный. Вы самые лучшие подписчики, спасибо вам за поддержку. Ой,
Так, мы поможем ему, поможем, чтобы ускорить ход времени. Открывайте меню Пайман. О, это круто, это круто. Пайман, Пайман, где у нас Пайман? Ага. Кирин, ну да, он очень умный. Так, стоять. Блин, зараза. Никбот, не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Прикольно сделали, а. Так, помимо Санька, кто проходил Ведьмака 3 и Ведьмак 3, правда охуенная игра? Правда классная, как многие говорят. Golden Fox, пойдет все окей. Достижение. Победитель. Андрей, Андрей, скорее всего, Андрей, проходи. Как тебе Atomic Heart? Так, достижение, сорян. А, о, чудеса света. Заебок. Так. Типа, проникните в собор ночи. А-а-а. В собор ночи нужно проникнуть. Окей, окей, окей. Никбот, не говорим о политике. 6 часов утра нужно сделать, да? Нет, 6 часов. Кирин, а ты молитвы крутишь? Молитвы? Какие молитвы? А в какие молитвы? Поникните в собор ночью с 18 до 6 утра. А вы запарили меня? С 18 текущей... Ага. 18, да? Попал бы время сделать, какое надо. Кирин, ну чтобы персонажей выбивать. А, да-да, делаю такое, делаю. Молитвы. Ты имеешь в виду звезды? Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Да запарили, никого не должно быть, блять, есть. Поникните в собор ночи с 6 вечера до 6 утра. Вы, блядь, издеваетесь, что ли? Бля, ну серьезно. Ты имеешь в виду вот эти штуки-дрюки? Вот эти вот звезды? Так у меня тут получается и нету, видишь? Не могу выиграть. Жажда странствий. Первая радуга. Ты видишь, у меня по факту ничего и нету. Ты не знаешь, как эти штуки можно получить, а? А как их можно замутить? Факт, у меня ни на что ничего нету, а. Кирин, да я про это. Блять, ну как же поспать-то можно? Как время сделать-то? Текущее время. Дело супер, а твой? 6 утра нужно сделать, да? Кирин, купить за кристаллы. Опять не подходит. За кристаллы, а где покупать? Да вы заебали, блин, ребята. Блять, вы меня сейчас просто сбесите, а. Так. Это пиздец. Так, объявление мы не будем смотреть, а? Стоять, стоять, стоять. Никбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Как что-то сделать-то? Игра топ. Какая, Санек? Кирин, а 10 молитв дали.
меньше на 30 минут. 5. Golden Fox. Геншин, игра необычная. Меньше. Да ёбаный ты, куда ты? 休むことも大事だけど面倒だ。この地下室への入り口どうやら Сука, неужели получилось, а? Кирин, ладно, Димон, я пойду. Удачи и доброй ночи всем. Давай, покидывай. 面倒だ。この地下室へどうやら Сука, я и так вечером пришел. Покидывай. Ты лучше подскажи, пока не ушел, как время со временем тут работает. Это хуйня, а ты не запарился уже. Вечер, это же вечер, правильно? Так. Угу. Утро, вечер, по идее. Golden Fox, Кирин, спасибо за поддержку. Golden Fox, музыка крутая. Неужели получилось? Ебать, сколько их. Поехите в подвал собора и выкрадите небесную лиру. Чем вы это сделаете? Тут дофига людей ходит. Бля, тут капец какой, а. Блядь. Блядь, вы издеваетесь, а. У тебя, кстати, как день прошел, как же тупо твоя. А, вот что надо делать, а. Блять. Сука. Golden Fox только закончил, присел на свое игровое кресло отдохнуть. Понял, Санек, как сейчас спать скоро пойду, завтра на работу, а? Сейчас постараюсь эту хрень выкрасть Golden и Fox, спать. Продвигаюсь в Хогвартсе. Ты только на нее упор делаешь. Как же тебя с просмотрами? Сейчас я схожу, как люди какие-то стали в этом году какие-то черствые. Блять, такие не очень, а не все, конечно, есть вообще просто, особенно знакомые такие наши с тобой вообще, а? Вообще, ну блин, такие. Golden Fox, в воскресенье выходной, можно попробовать Division 2. Golden Fox, но просмотры по 50, 12, 13 лайков. Да, Санек, у меня вообще хуйня. Блять. Никбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Заебали, сука! Чтоб тут мне миссию, блин, со временем впихните вообще хуенно. Блять.
Заебали, а. Санёк, я тебя понял. Ну, Санёк, это хорошо, что у тебя там. Это заебок. Это великолепно. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Спасибо, грёбаные. Не могу я. Голден Фокс. Хогвартс Легаси появился. Голден Фокс, круто. Голден Фокс, скоро поиграешь с твоего счета. Голден Фокс, Steam его выпустил в семью. Санёк, это хорошо. Голден Фокс, Делюкс только я читал. Скорее всего, у Фогвардс у меня как у Томика, Санёк, особо не будет просмотра. Ах ты сука! Кто здесь? Отжимайся. Стоять! О нет, бежим! О, бежи скорее! Эй, за мной! Блядь. Фокс, ты не можешь поиграть, потому что я играю, нельзя играть с одного счета. Танек, я не об этом говорю. Голден Фокс, вдвоем. А, поебал, это время уже. Будут крутыми. А, Санёк, ты так же изначально, конечно, говорил мне на этом. Голден Фокс, у меня неплохие. Уф, так же говорил мне на Атомике, а. Господи, Дилюк, вот выручка за эту неделю. Прямо бездействие серьезно позволил на бизнес. Я надеюсь, что все это безумие скоро прекратится. Хозяин, мы не хотели сидеть у вас на виду. На втором этаже всегда меньше людей. Харм, ты же Барт. Ты откуда ты знаешь? Скучная игра. Откуда ты знаешь, что нее кто не зашла? Ха-ха-ха, давайте договоримся о платном выступлении на следующий раз. Приглядывай за ними, этот парк выглядит подозрительно, я пока наведу кое-какие справки. У кого? Чарльз, у защитников Манштанта. Так, мы в баре, в принципе, тут мы и остановимся. Многим твоим друзьям? Да похуй, мне сейчас... Санёк, без обид, но мне похуй, что они говорят. Я их не знаю, и мне как бы на них насрать. Не в обиду сказано, мне совершенно на их мнение плевать. Это момент, если вы еще с ним завершу, а то спать пора уже. Фокс, не зашла, я буду играть. Правильно, Санёк, правильно. Спасибо вам за поддержку. Всем покидово, продолжение следует. Пора, как говорится, на покой. То есть говоря, закругляться. Всем спасибо, что приходили. Всем пока-пока. Завтра рано вставать, так что пора. Голден Фокс, Димон, хорошего отдыха. Санёк, тебе хорошего стрима и тоже отдыха.
Санек, играй в то, во что, играй в те игры, которые тебе нравятся. И никого не слушай. Наплюй на всех. Нахер их всех. Пока. Слушайте все всех подряд, во что играть и все такое. Ну не понравилась игра. Ну и черт с ними. Им много что не нравится. Люди в последнее время вообще зажрались. Вот и все.